Жители Актобе устроили давку из-за бесплатных билетов на концерт. Фестиваль с участием казахстанских звезд организовала местный блогер и пообещала своим подписчикам 100 пригласительных. Но желающих оказалось гораздо больше. В итоге разгневанных горожан пришлось успокаивать полиции. Такой ажиотаж Гульнур Жумагалиева явно не предвидела. По ее словам, она рассчитывала максимум на 200 человек, поэтому взяла на встречу с подписчиками еще 100 дополнительных билетов. Однако и этого оказалось мало. В ожесточенную борьбу за пригласительные вступили даже инвалиды, пенсионеры и женщины с маленькими детьми. Расходиться без подарков никто не хотел. Начался скандал и давка. Полиция пообещали провести профилактическую беседу с инициатором нашумевшего мероприятия. А сама блогер поделилась видео в соцсетях, где призналась, что до сих пор в шоке от произошедшего. У меня было всего 100 билетов. Я думала, цивильно подарю их жителям Актобе. Я в шоке. 500 человек шли на меня. Люди, вы что, с ума сошли? Женщины с детьми, инвалиды, пожилые. Вам это зачем? Вы же видели обстановку. Я указала, вход на фестиваль 18+. Тогда зачем билеты детям?